Радик, вы подошли ко мне вот с этой вот книгой, да? Да, с вашей книгой, да. С книгой. Вот расскажите, что, как, вот как вы, что вы считаете? Вот смотрите, нужно сказать. Когда-то мне посоветовали эту книгу почиститься, начинать по вашим рецептам, то, что вы прописали. Я что-то начал делать правильно по книге, а Шанд Пракшалану начал делать неправильно. И на сегодняшний момент, когда я уже прошел много-много различных и чисток и всего, я понял, что та моя чистка по вашей книге, что я допустил большую ошибку, что я что-то в рецепте пропустил. Счел, что это, ну, ладно, можно какой-то момент упустить, еще там что-то. И напился соли, делал упражнения, соль не вышла, вода с солью. Вода не вышла, и у меня потом 2 дня температура 39. И я такой... Я вначале не понял, почему у меня это все было, а потом я понял, что надо, чтобы учитель был всегда рядом, надо быть в контакте с учителем, и если за что-то берешься, то браться и выполнять все правильно. Но я хочу сказать, вот она у меня уже вся эта книга потрепанная, поворонная, да? Но это мой настольный учебник, она у меня всегда под рукой. Вот у меня немного книг под рукой, да? Но вот ваша книга под рукой, потому что вы тот первый человек, который показали множество вот этих практик различных. И чистки, и печень очистит вам, да? И Шанд Пракшалану делать. Ничего. Делайте, как считаете надо. Ага. И поэтому я на самом деле очень благодарен, что вы написали в свое время эти книги. Я очень благодарен за ту работу, которую вы ведете. И вы один из тех немногих, и начали вы один, самый первый, кто начал учить людей чиститься и жить по-другому, смотреть на жизнь по-другому. Я вам за это очень благодарен, потому что то, что сейчас всех заставляет идти в аптеки и такое прочее, и я многие моменты понимаю, и понимаю, что здесь надо продолжать вести эту работу. И на самом деле у меня была даже, я специально иду к вам сегодня на лекцию, и у меня есть идея возить вас в Екатеринбург, чтобы вы проводили вот эту просветительскую работу. Спасибо. А вот вы печень чистили или нет? Сейчас тут я такие... Я после того, как первый раз чистил печень, я после этого длительное время, правда, масло не мог пить, это оливковое. И даже салаты я его не мог добавлять, потому что... Я чистил это и масло, потом лимонный сок, масло, потом грелку на бок. Все даже до сих пор помню. И хочу вернуться к этому процессу. Вот мы сейчас сами начинаем чистить людей, заниматься касторочку пьем, и шампур-шалоны делаем, и различные программы выпускаем. А вот как самочувствие было вот после этой чистки? Вот хорошо, что вы спросили. У меня длительное время была слизь. Я каждое утро просыпался, у меня был кашель. Каждое утро я кашлял, прямо закашливался. Было очень много слизи, я не понимал, как чистить. Но после того, как я начал делать, во-первых, Ишан Пракшалану, во-вторых, я стал клизму принимать, и третье, я стал печень чистить. У меня года на 4 слизь вообще ушла. Я перестал кашлять. Сейчас в последнее время, вот, иногда ем шоколад, когда много шоколада наешься, слизь появляется. Но поэтому мы сейчас людей ведем, опять же, по вашим каким-то рецептам, да? Потому что реально чистит организм. А вот сколько раз вы чистили печень? Я немного чистил, но я чистил печень, вот чисто видите, как вы говорите, я 3 раза ее чистил. 3 раза? Угу. Это через какие-то интервалы там было? Я что-то раз в полгода. Раз в полгода, по-моему, да? Я первый раз, я, по-моему, через месяц почистил, а потом через полгода 3-й раз почистил. Камушков различных там много вот было или не было? Я не нашел. Не нашел? В тот момент не нашел. Но это то есть было не больше. Было, да? Не было. У меня не было. А вот зато самочувствие улучшилось? Гораздо сильно улучшилось. Меня поднатолкнул молодой человек, который когда-то в свое время была большая группа людей. Я смотрю, один человек светится прямо среди всей группы. Я подхожу, оказывается, это мой знакомый был. Я говорю, с тобой что случилось? Он говорит, а я начал чистить печень и начал клизму ставить по малаху. Вот он меня первый поднатолкнул.
среди всех, там было человек 300-400 людей, он единственный светился. Вот он мне подсказал, что по вашей. То есть энергетика улучшается однозначно, да? Ну там однозначно энергетика и а вот все-таки масло не пили. Это вот из-за того, что сначала много там его выпили, или как-то просто это индивидуальные особенности, которые это индивидуальная особенность. Не переносятся. Ну, индивидуальная особенность. Но нет, я оливковое перестал. А касторку-то я вот сейчас пью, касторочку регулярно. Я каждый А касторочка что делает? Вот? А касторочка хорошо чистит тонкий кишечник и желудочно-кишечный тракт. А сколько ее там принимать надо? Ну, так, если... смотрите, если вес там, допустим, 80 килограммов, то рекомендуется где-то миллилитров 80, тоже вместе с маслом, с 16 до 18 часов. Принимаешь, потом сидишь, ждешь, ну и потом после этого нужно лучше начинать в полнолуние, конечно, и утром после этого... Зато вот что после вот различных чисток, организм сам просит правильное питание. Вот что самое главное. Даже я в тот период, когда чистил, когда по вашей книге как раз чистился, я тогда ел мясо, там все такое. Я на месяц исключил, но это было давно. Я исключил тогда мясо, и я питался, мне очень нравилось, различные салаты кушать. И организм начинает просить другую пищу. Я стал есть, допустим, салаты, морковка с яблоком. Еще какие-то различные салатики. Немножко маслица только, да? Или майонез какой-то добавляли? Не. В смысле, нет, майонез там... есть самостоятельно можно сделать? Ну, можно делать, там. Но там уже, когда начинаешь чиститься, уже не хочется потреблять вот ничего такого. Там хочется как раз переходить на хорошее такое здоровое питание. А как вы считаете, опять вот, потому что я расспрашиваю про чистку печени, сейчас там у нас такая большая, столкнулись мнения, что вот она там где-то бесполезна, где-то она опасно, что надо вот сделать УЗИ, до УЗИ, после. Вот. С одной стороны, вот тогда здесь этих УЗИ здесь... не было вообще. Да, тогда не было УЗИ. Но здесь как? Вот если ты в себя уверен, спокоен, можно идти смело. Конечно, если кто-то понимает, что у него, возможно, там камни есть, конечно, я своим рекомендую сделать УЗИ. Но у меня большая часть людей, кто чистится, они УЗИ не делают. И я понимаю, вот эти страхи сидят, плюс там врачи все-таки говорят, ну опасно, не надо, ну мы с вами понимаем, что это все. Хотя есть тюбаш, это такая же чистка печени. Да. Просто я понимаю, почему это происходит, поэтому люди не хотят же, чтобы... Клиентура отбирается. Да, потому что вы же предлагаете практически за бесплатно оздоравливать себя. А кому это надо? И кому это не надо? Поэтому... Значит, вы остались вот этими всеми чистками, рекомендациями, что изложено вот в этой вот красненькой книге. Да, вот она у меня настольная книга 2000 года. Вот я ее с 2000 года как купил. И это моя настольная книга. И я рекомендую все-таки прислушиваться, потому что у вас все-таки уже большой опыт. Вы не один год этим занимаетесь. И вы... Я, конечно, на тот момент многие вещи не понимал, но постепенно, когда ты идешь по этому пути, начинаешь глубже понимать. Поэтому правильно. То есть были такие вещи, которые вроде в этой книжке вначале там несколько неясны, да? Ну, конечно, а конечно. Такие вещи, допустим, как Шанфракшалана, да, которая здесь указана. Для нас это в те времена, когда было написано, конечно, было непонятно. Это сейчас йога, все прочее, да, и каждый учитель йоги дает Шанфракшалану. Сейчас это. Сейчас мы понимаем уже, да? Но вы-то были первооткрывателем этого всего, поэтому... Значит, вы остались довольны? Я очень доволен. Я очень доволен, и у меня не только эта книга, я периодически еще другие варианты ваших книг покупаю, потому что где-то вы там что-то добавляли в книгах, я смотрел. Поэтому вот она, хоть и потрепана, но... Я сейчас веду канал на Ютубе, называется «Геннадий Малахов». И там я бесплатно выставил свою библиотеку, то есть это был первый вариант, ну как бы сказать, я вот написал. Сначала была вообще «Целительная сила» брошюрка, потом я как бы сказать расширил ее в 4 книги. И сейчас, в 2000 году появились «Основы здоровья», когда я еще раз переработал все, осмыслил одну книгу. Все это лежит бесплатно.
на моем этом канале заходите, там в библиотеку зашли, то есть никаких денег, и читаете. То есть тут еще труд, как бы сказать, ну, продолжение. Но помимо этого, я все-таки считаю, что нужно еще встречаться с людьми, потому что своим примером вы можете еще много показывать. Обмениваться, и, да? Да. И нужно встречу вживую, потому что я когда узнал, что вы будете здесь, я сказал, все, я иду. Я свое расписание даже здесь поменял, чтобы попасть к вам. На... Спасибо. Я вас благодарю за то, что вы сделали. Очень рад, что вас увидел. Спасибо, спасибо. Так что сейчас мы идем к вам на мастер-класс или что у нас там. Хорошо. Хорошо. Благодарю вас.